just got an invitation through the mails. Your presence requested this evening, it's formal, a top hat, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie and tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. I'm dutin' up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas, for I'll be there putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails. On behalf of the board of Yanwei Russia, I would like to welcome you to this fabulous state historical museum. It's the first time I've been here and it was quite amazing. Good evening, dear guests. As you can imagine, Tim and myself, we divided the topics we're going to cover what in the presentation. But unfortunately, Tim has already covered the majority of the topics I planned to say a few words about. Для нас в Москве это всегда радость работать сюда. Мы
Вы помогали нам в ряде наших проектов в регионах в том числе. И мы искренне желаем вам успеха в вашем святом деле. Сегодняшнее мероприятие было замечательным. И вам удалось собрать очень хороший борд, очень хороший коллектив в самом фонде. Это видно и высоко ценим. Спасибо вам за все, что вы делаете. И вам спасибо большое. Мы делаем кино про наше мероприятие. Хотим сказать вам спасибо большое за то, что вы нас поддерживаете по-разному, и лично, и компанией. И хотелось бы узнать, какое ваше мнение об этом мероприятии и вообще о работе с нашим фондом. Замечательно. Вы знаете прекрасно, как мы любим ваш фонд. И мы стали вашими уже друзьями. И я надеюсь, это будет продолжаться в дальнейшем. И то, что вы делаете, просто не поддается такому описанию, вызывает только восхищение. Потому что в нашей жизни мы забываем о том, чему мы должны отдавать частичку своего сердца, а вы помогаете нам вспоминать, как мы это делаем. Поэтому мы ваши всегда. Спасибо. Да. Вам спасибо большое. Спасибо. Мне хотелось бы узнать, вообще, какое у тебя впечатление об этом мероприятии? Тебе понравилось вообще о работе United Way в общем? Я хочу сказать, что мероприятие прошло блестяще. Знаете, очень трудно найти баланс между пафосом и скромностью. Вот. Я считаю, что команде United Way это удалось. Потому что, с одной стороны, это абсолютно потрясающее здание и великолепная выставка. И все было очень красиво и нарядно, но при этом суть мероприятия – это благодарность тем донорам, которые дают деньги на благотворительность. Поэтому все должно быть скромно. И оно так и было. В богатом антураже было скромное мероприятие. И это как раз то, что нужно. Поэтому я хочу сказать большие слова благодарности тем людям, которые этим занимались, кто все это организовал, кто все это на своих плечах вынес. Я думаю, что все пришедшие гости, спонсоры, доноры, все были очень довольны. Поэтому спасибо огромное. Будем продолжать работать. Спасибо большое. Спасибо.